друзья, я делаю обновленную версию заезда на эту гребаную гору Оукхилла. Вы мне написали в комментариях, что это делать несложно, и только некоторые из вас удивились тому факту, что эта машина в принципе может заехать. Вы мне сказали попробовать сделать это на механической коробке передач, вот на первой скорости. Вот переключаю с автомата на механику и пытаюсь заехать на первой скорости. Собственно, мы видим все то же самое, что мы видели и в первом видеоролике, только там я ехал задом. Тут я еду на первой передаче, и машина, казалось бы, еще более немощная. Можно было усложнить, если бы вообще это подразумевалось как возможным, положить туда тещинский холодильник, набитый шаурмой, колбасами, пельмехами, и тогда это, возможно, было бы еще сложнее. Но вот, пожалуйста, на механике ставим первую передачу, и все. Элементарно. Заезжаем без проблем. Я попробую усложнить. Мне еще подкинули идеи, попробуй-ка заехать на эту гору на любой машине с простреленным колесом. Явно это будет сделать сложнее. Попробую-ка я сделать это с болт-эйсом. Если проблема будет прям такая необъятная, то попробую машину мощнее. Что, братцы, давайте пробовать. Прострелил я колесо. Вот доказательство того, что оно реально прострелено. А то мало ли кто скажет, да ладно, даже не показал этот момент. Явно оно не было прострелено. Так даже сможет моя бабушка. Вот, ставлю на механику. Оп. Оп, в смысле, почему? Вот, пробитым колесом. Первую передачу, механическая коробка передач. Так, мне еще и обгонять придется. Вот. Так, пока нормально. Пока не вижу никаких препятствий, но скорость сильно падает. Ой. Машина все наедет. Скорость падает, но машина едет. Очень недолго. И не хватает. Тремя колесами ехать на Болт Эйсе скоро невозможно, к сожалению. Ладно, попробуем сделать все то же самое, но при этом у нас будет Bolt Model B. Вот как раз, братишка, спасибо тебе большое. Вот так. Что вы делаете? Что вы делаете? Я одалживаю тебе машину. Очень хорошую машину, между прочим, я понимаю. О, в смысле? Мужик. Да. Ах ты ж, блин, он меня на котела кинул. Угоняй его! Я так последний день потратил. Ты не мужик. Ничего личного. Не хотел это такое делать, но... Ставлю на автомат. Просто на механику. Пробую с пробитым колесом на Bolt Model B, который помощнее Bolt Ace. Так, пока что-то получается. Эх, мне бы еще вот скорость набрать. Это не получается. Хотя машины идут. Блин, дурные какие. Так, 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 так. Возвышение идет. Ох, отлично. О, ребята! Такое ощущение, что колесо даже не спущено. Вот, движок что-то заглух немножко. Так, давай, 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 давай. Все. Но получается, друзья, лишь на Bolt Ace нельзя заехать на гору с со спущенным колесом. На Bolt Model B это сделать можно без труда. Даже на автоматической коробке передач. Вот, мифы развеяны. Пишите какие-то еще ваши мифы касательно мафии, чтобы мне еще протестировать, чтобы мне еще проверить. Попробую для вас это сделать. Какая вам тематика вообще еще интересна? Пишите, ребята, я постараюсь для вас сделать все чики-пики, чтобы вы были информированы. Ну, разумеется, про развлечения тоже забывать не будем. Всем пока, успехов и удачи. Спасибо за идеи.